Доброго ранку, друзі, ще раз, і особливо доброго ранку тим, хто до нас доєднався. У нас студія зараз заряджена гарним позитивним настроєм, тому що у нас на зв'язку Олександр Іванов, психіатр-сексолог. Доброго ранку! Доброго раночку! Доброго! Ну, у нас є перше до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що взагалі впливає на наш психологічний стан? Ну, во-первых, самое главное – это общество. Это тот социум, в котором мы находимся. Как бы это ни было, но тем не менее это самое главное, что влияет именно на настроение каждого человека и общества в целом вообще. Так, пане Олександр, хочеться зараз у вас дізнатися, от наразі, з якими психологічними проблемами люди стикаються найчастіше? Тому що у нас багато факторів іззовні, і пандемія, і обмеження, хтось без роботи залишився. Ну, самое-самое основное, главное, и этим страдают процентов, я думаю, не менее 80, это все-таки депрессивные расстройства. Тут надо самое главное понять, что такое депрессивное расстройство. Это когда мозг все хорошо понимает, а эмоций позитивных нет вообще. Или их очень-очень мало. То есть мозг прекрасно понимает, это событие прекрасное, я к этому стремился, я к этому шел, я это получал, я... получил, а в душе ничего вообще. Вот это депрессивное состояние. Если это длится 1, 2, 3 дня, это, ну, как бы, ну, сплин, погода. Вот сейчас полнолуние, кстати, почти все мои пациенты говорят, что просто катастрофа какая-то сейчас идет и с погодой, и с настроением, и с новолунием. Очень плохо. То как бы ничего страшного. Но если это длится больше 2 недель, это уже повод для того, чтобы немедленно что-то предпринимать. Или менять свое поведение, или менять свое окружение, или же, если это не помогает, идти к специалисту. Ну, дивіться, часто кажуть, якщо, наприклад, у людей опускаються руки, да, ось так от 2 тижні немає у них настрою на роботу, то кажуть, треба просто перечекати, воно якось саме пройде. Ну, а от як розпочати, наприклад, ми помітили, що у нас є така проблема, що робити далі? От потрібно якось поступово робити маленькі перемоги, чи поступово собі вводити більше того робочого настрою? Що ви порадите? Смотрите, есть четкое понимание того, что есть вот сплин, да, вот тоска, грусть, там печаль или прочие нехорошие вещи, да, действительно, неделька, две, пошел в огороде, поработал, на рыбалку съездил, там пошел в приятную компанию, все прошло. Это одна история. Если же это состояние длится долго и ничего не отвлекает от плохого настроения, и позитивную эмоцию получить нельзя, то американские ученые еще в 2017 году доказали, что это заболевание мозга. Это в коре мозга появляются микроскопические зоны неинфекционного воспаления. То есть мозг начинает болеть. И относиться к этому так, да ладно, успокойся, возьми себя в руки, но это все равно, что человеку со сломанной ногой сказать, да ладно, прекрати, одень кроссовки, беги на стадион, занимайся, развлекайся, да? Тренируй себя. То есть это полнейший абсурд. Так рассуждать нельзя. Ну, почему-то вот в наших странах, да, там, бывшего Советского Союза, принято, что, ну, это несерьезно. У тебя руки, ноги есть, голова соображает. Все само пройдет. Нет, не пройдет. К сожалению, сталкиваюсь с этим ежедневно и по много десятков раз. То есть человек приходит наконец-то на прием и говорит, что вот, ну, у меня такое состояние там 8 лет, 12, 15, 25 лет, вычеркнутых из жизни. Человек проходит свою жизнь, он ее как бы... там, работает, занимается любовью, женится, выходит замуж, рожает внуков, детей, внуков. А радости нет вообще. Зачем такая жизнь, если мы, по большому счету, рождены только для радости? Ну, от, а скажіть, покрокові ось такі етапи, як вивести себе з цього стану? Ну, от перше, ми побачили, ми зрозуміли. Якщо, наприклад, зараз немає змоги звернутися до спеціаліста, або спеціаліст зараз, ну, якби зайнятий, що ти сам можеш собі зробити, щоб покращити цей стан? Значить, ну, класика. Саме перше і найважливіше, що потрібно робити обов'язково, якщо ти відчуваєш подавлене стан, це, звісно, кардіонагрузки, це фізична культура. Это просто про легкие простые упражнения, но в достаточном количестве. Походить по ступенькам, там, попрыгать на скакалке, покрутить обруч вокруг талии. Ну, кому что.
если это не радует, если не радует, ну, там, следующее, это смена обстановки, да, поехать куда-нибудь, пообщаться с новыми людьми, это здорово, это реально работает. Я говорю о тех случаях, когда и это не работает, когда это не помогает. То есть, ну, я все-таки врач, я занимаюсь именно патологией, то есть, когда это уже мешает жить. Мне очень нравится американский подход к пониманию того, что-то есть здоровье, а что есть проблема. Только социализация. Угу. Если ты живешь социально активен и все тебе в жизни устраивает, замечательно. А если ты просыпаешься утром и понимаешь, что даже сходить за хлебом там, в ближайшую лавку, купить себе пакет молока, для тебя это невыносимо сложно, вот это проблема. То есть только социализация. Неважно, сколько у тебя глаз, рук, ног, всего остального. Ты социально активен, весел, бодр, нужен. Значит, у тебя проблем нет. Все остальное неважно. Если же ты бодр, здоров, телесно, но тебя это все не устраивает, это болезнь. Так, пане Олександр, хочеться також уже продовжити тему сексології. З вашого дозволу. Хочеться дізнатися, дивіться, була інформація, що там перша хвиля карантину, так, вона спровокувала багато розлучень. Там друга хвиля, обмеження, локдаун. Які проблеми найчастіші зараз у людей саме сексуального характеру? Вопрос очень живой, очень острый, очень своевременный. Секс – это когда все хорошо, это когда гармония. Когда человек чувствует себя напряженным, ему просто тупо не до секса. Это и касается и мужчин, и женщин. Более того, сейчас так называемый постковидный синдром, люди страдают физически именно после того, как переболели ковидом. Это все-таки нейротропный такой вирус. Снижается память, снижается интеллект, снижаются эмоции, снижается интерес к жизни. Секс уходит даже не на пятое место, а где-то на 58-е. Это проблема. Паника от того, что люди боятся заболеть, от того, что боятся умереть, от того, что боятся потерять своих родных больных. Это тоже очень мощный фактор, даже если люди не болели. Это очень сильно отвлекает от секса. Секс, да, это инстинкт, это мощная такая мотивирующая сила, но когда человек боится смерти, как бы секс уходит, опять-таки, на совсем другие планы, не на самое главное. К сожалению, да, сейчас меньше люди беременеют, меньше хотят беременеть, меньше хотят заниматься сексом. И это не единичные случаи, это массовые случаи. Очень большая проблема там, у мужчин отказ от женщин в пользу порнозависимости. То есть намного проще, да, там что-то посмотреть по экрану и позаниматься сексом самому собой, вместо того, чтобы поддерживать отношения, тем более сексуальные отношения с другим человеком. Это, ну, я так скажу, это очень-очень большая проблема. Проблема — это не когда один-два человека, это когда процентов 30-40 населения. А я не побоюсь сказать, что это именно вот такие масштабы. Это очень большие масштабы. Люди сами себя выключают из активной жизни. То есть только для того, чтобы, ну, не трогать любые проблемы общения. Вот сам с собой, ну и слава богу, вот и хорошо. На самом деле, ну, это не просто нехорошо, это самоубийство, социальное самоубийство. Так, дякую, що ви підняли саме цю тему, тому що багато зараз інформації про те, що порнозалежність – це саме шкодить нашій психіці. І хочеться зрозуміти, можливо, як люди повинні, ну, так, певна група людей повинна з цього виходити. Як позбутися цієї залежності, все ж таки повернутися до нормального психічного стану і соціалізації? Во-первых, никто никому ничего не должен, это раз. Во-вторых, если человек все-таки чувствует, что он выпадает из социума, и его это мучает, нужно понять одну элементарную вещь. Зависимость от зависимости не отличается ничем. Так. Алко, порно, секс, нарко, там, игра, любая зависимость всегда имеет в базе одну единственную проблему – это депрессия. То есть больнее, чем болит депрессия, ничего не болит. Депрессия, вот, когда не можешь месяцами почувствовать просто позитивную эмоцию,
Это очень больно, это мучительно. Поэтому люди бухают, там, смотрят порно, колятся, занимаются какой-то прочей ерундой, чтобы хоть немножечко, на секундочку переключить свое сознание на что-нибудь другое. И если ты прекрасно понимаешь, что по-другому, кроме как чем-то деструктивным, ты себя не можешь отвлечь, это реально проблема, и тут уже без специалиста не обойтись. Тут нужно идти, убирать вот эти вот, то, о чем я говорил, микроскопические зоны неинфекционного воспаления головного мозга, для того, чтобы мозг опять включился в обычный нормальный ритм жизни. Как-то так. Дякую. Дуже цікава тема стосовно того, що депресія болить більш за все. А от чи могли б ви сказати, що от, ну, в першу чергу треба зробити? Я так розумію, якщо проблема в парі, кожен намагається впоратися з проблемою сам. Можливо, їм потрібно разом звернутися до спеціаліста або це проговорити. Що ви скажете з цього приводу? Замечательна тема. От ви просто, ну, з язика зняли. Це дуже-дуже важливо. В парах дуже часто, я не говорю, що у всіх, але у огромного количество людей отсутствует понятие общения в паре. Угу. То есть есть поддержание коммуникации. Да? Вынеси мусор, купи хлеба, там, машину поменять надо. Интимного общения не в плане секса, а именно в плане поддержания коммуникации. Да? О чем ты думаешь, что ты хочешь, к чему ты стремишься. Вот этого нет. Я очень часто советую парам, ну, попробуйте заново познакомиться. Особенно те, которые живут там 10, 15, 20 лет вместе. Сходите на свидание, попытайтесь рассказать, кто ты, что ты, чего ты хочешь на самом деле. Это очень здорово, ломает стереотипы поведения. Потому что очень-очень важная тема, что людей, когда они долго-долго живут, решая только какие-то бытовые проблемы, начинает раздражать не человек, а тембр голоса. Вот просто жена там что-то сказала, да, ну, руки помой, да, допустим, на тембр уже идет отвращение, уже идет негатив. Там муж сказал, говорит, ну привет. А вот на тембр голоса уже идет негатив. Поэтому пробуйте общаться немножко по-другому. Ломайте стереотипы. Привыкли ездить куда-то на отдых на одно и то же место, да, там выходные только где-то на даче. Попробуйте поменять. И меняйте тембр. Попытайтесь пообщаться ласкивее. Попытайтесь просто рассказать именно, что вас на самом деле интересует, а не просто сегодняшняя какая-то текущая проблема. Это очень здорово, это очень круто, это реально работает. Угу. А скажіть, будь ласка, да, це цікава тема про те, що навіть дуже багато зараз сучасних пар, а вони от поговорили про день, про роботу розповіли, але не говорять про те, що їх турбують. І я чула, що краще навіть започаткувати якісь такі вправи, чи ходити, там, не знаю, разом займатися спортом, чи ще щось, що їх об'єднує. Що може більше сполучити пари? Ну, наприклад, спорт, це зрозуміло, а які ще є варіанти? Любые совместные занятия. Поездка на велосипеде, поход за грибами, ловля рыбы, выращивание клубники на участке. То есть неважно что, главное, чтобы это обоим было радостно. Когда жена очень любит копать картошку, а муж это ненавидит, значит, попытайтесь найти что-нибудь другое. Договоритесь о том, что вас это устраивает. Давайте туризм, да? Неважно, куда вы едете, на Мальту или просто поход вокруг гидропарка. Ну, чтобы это было обоим интересно и по вашему бюджету. Угу. Також хочеться дізнатися найголовніший, напевно, момент. От всі кажуть про важливість здорового відкритого діалогу в парах. Так? Не у всіх це виходить. І як робити перші кроки на те, щоб все ж таки спочатку достукатися до людини, так? Почути її, хай вона почує тебе, і вже потім якось йти разом. От як потрібно випрацьовувати правильний діалог? Во-первых, нужно понимать, почему вы в паре. Так. Что вас привлекло? Найдите вот эти вот первые зацепочки маленькие, что устраивало изначально. Угу. Насколько это было интересно, что завело. Если это было только физическое влечение, это здорово, значит, пробуйте в этом плане развиваться. Да? Угу. Секс очень разнообразная штука. Пробуйте его развивать. Почему нет? Пытайтесь находить те вещи, которые вам на самом деле интересны в другом человеке, тем более тот, который с вами в паре, с которым вам надо жить, не надо, с которым вы живете годами.
А от ще є така... Пробачте, я вас, мабуть, перебила трішки, просто в мене з'явилося запитання, а от часто пари живуть разом довго, вони можуть навіть бути неодружені, да? І коли це все згасає, то вони думають, можливо, я вже перелюбив, можливо, це вже не моя людина. От як зрозуміти, чи це перегоріли, чи це все ж таки просто така проблема, те, що зараз відбувається в світі, ви весь час разом, десь там трішки набридаєте одному. Як розділити ці дві межі? Ну, ви знаєте, ви підняли тему, по більшому счету, це моя любима тема. Я большой сторонник теории того, что все-таки в паре самое главное – это все-таки нос, то есть обоняние. Вот когда нам близкий родной человек утром без душа пахнет сексом, эротикой и фантазиями, значит, все хорошо. К сожалению, это не работает долго. Это работает 3, максимум 7 лет. После этого все-таки это немножко уходит. Почему так происходит? Ну, природа нами управляет. Пары создавались изначально, именно в человеческом обществе. Я не говорю про лебедей там и прочих каких-нибудь других существ. Только для того, чтобы познакомиться, полюбиться, сделать ребенка и потом поставить его на ноги. А после этого организм и мужчины, и женщины подсказывают тому, что нужны другие партнеры для разнообразия генетического фонда, чтобы была большая возможность выживания вида. Это физиологично, это грубо, это немножечко, может, даже зло. Тем не менее, к сожалению, это особенность нашего вида Homo sapiens. Mm-hmm. Как-то так. Я знаю массу пар, которые живут вместе 40, 50, 60 лет, и у них сохраняются добрые отношения и любовь, и взаимопонимание. Но их мало. Я скажу так, их очень мало. Подавляющее большинство, то есть после какого-то количества лет совместной жизни, там 5-7, начинается вопрос, а что я делаю именно с этим человеком? Да, это есть. Это существует, к этому надо относиться реально. И чем сейчас хорош мир, да, если там 100-200 лет назад ты женился, вышла замуж, у тебя нет другого выхода, ты обязан жить и по церкви, и по закону, и по выживаемости твоих детей только в паре. Сейчас позволяет немножечко менять. Поэтому сейчас у нас количество разводов превышает количество браков. И так значительно превышает. Угу. Это просто реальность современной жизни. Угу. Ну, ви знаєте, на завершення хотілося запитати б у вас, а в час локдауну пари дуже багато часу проводили разом. І одні кажуть, що це круто, а інші кажуть, що настільки ми ніколи разом не знаходилися багато, що я просто розумію, що ця людина не моя, вона починає мене відштовхувати. Що ви скажете з цього приводу? Пари мають багато часу проводити разом, чи все ж таки у них має бути щось спільне і окремо? Це опять ми возвращаемся к той же самой темі. Те пары, которым прекрасно в паре, они умеют общаться, им интересно. Они обсуждают фильмы, они обсуждают концерты, они слушают совместную музыку. Им это все заходит. А те пары, которые общаются только на уровне бытовой необходимости, когда они обязаны находиться в одном помещении, для них это катастрофа. Я не пошучу, если скажу, что у обоих возникает мыслишка. Может, лучше перерезать, отсидеть, да и потом вернуться обратно. Это не шутка. Это совсем не шутка. То есть самое главное, это все-таки попробуйте наладить общение, попробуйте познакомиться друг с другом. Не важно, что вы живете там 40 лет вместе. Скорее всего, вы не очень друг друга знаете и совершенно не понимаете, как друг с другом общаться и чем было бы интересно заниматься вместе. Да хоть пазлы вместе складывайте, не важно. Так. Пане Олександре, ми вам дуже вдячні. Дякую, що розпочали ранок у нашій компанії. Приємно було поспілкуватися. Дякую за предметні поради, якими будемо користуватися, і наші глядачі також. Олександр Іванов, психіатр та сексолог, у нас був сьогодні на зв'язку з нами. Шановні глядачі, а ми настільки вас любимо і не хочемо розлучатися з вами надовго, що чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Ну і також, щоб не пропустити найцікавіший та найсенсаційніший матеріал, потрібно увімкнути дзвіночок.
We'll be right back.